Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Super Power Fighting Simulator. Как вы знаете, здесь недавно появился хэллоуинский ивент. Также в этом скрипте будет автооткрытие, получается, нового сундука, который появился. И также сбор всех сундуков, то есть по квесту. То есть он будет тпхаться вот на эти сундуки, которые разбросаны по карте, и собирать их. Так, ну, в принципе, давайте приступим. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Re-Exploit. Ссылочка на него будет в описании. Для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем вот на этот шприц. После этого сейчас ждем, пока он загрузится. Так, все, отлично, мы заинжектились. И теперь нам нужен скрипт. Скрипт тоже будет в описании. Вставляем его сюда. И нажимаем Exclude. Может немножко сейчас подлагать. Из-за того, что скрипт довольно много весит и очень требовательный. Из-за этого может много подлагивать при запуске скрипта. Так, ну все, ждем, пока он загрузится. Так, здесь нажимаем Execute. Так, опять все подзависло, как видите. Но это ничего страшного. Это он просто так активируется. Так, здесь получается, смотрите, вот эта панелька. Пишется, сколько у вас силы. Потом... физика, скорость и здоровье вроде как. Так, ну, тут, в принципе, довольно много функций. Смотрите. Автострендж. Ну, это понятно, то, что он за вас будет, получается, клацать. И получать силу, потом здоровье. Тоже, как видите, все работает. Также вот здесь вот, в этой панельке пишется, то, что все прибавляется. Также это можно глянуть вот здесь вот, как видите. Все правильно, все точно он пишет. Потом физика. Тоже работает, как видите. Потом спид. А, нифига себе, кстати, я спид ни разу не видел. Ну, круто то, что тут есть автоспид. Очень круто. Так, включаем. Давайте. Пойдем в нашу защитную зону, чтобы нас не убили. Так, все, отлично. Потом авто ранг ап. То есть можно автоматически поднимать ранг. То есть, допустим, если у вас... есть, допустим, как у меня, 1QA, то есть у вас там другое число какое-то будет. То есть у вас есть сумма вот эта, которая здесь нужна. Вы просто нажимаете After Rank Up, и он у вас автоматически прокачивается. Также автобай жизни, мультиплеер, потом силу, физика и скорость. Это получается покупка. То есть, смотрите, допустим, хочу я прокачать скорость. Стоит 7500. Так, здесь у нас сколько? 10 тысяч. Ну, давайте так сделаем. Смотрите, просто не нажимая вот на эту панельку, то есть не заходя вот сюда в статистики, не нажимая вот этот плюсик, вы просто можете через одну функцию это все сразу сделать. Смотрите. Так, физика. Нажимаем. И, как видите, все купилось. Естественно, если бы у вас было больше денег, оно бы сразу моментально за одну секунду... купилось до последнего умножения. То есть, если бы у меня сейчас было 15 000 коинов, у меня бы сразу же еще раз прокачалось. Так, теперь у нас трансформация. Эту функцию не проверял. Ага, смотрите, получается, я трансформировался в какого-то демона. Ну, у меня получается демон, по-моему, стоит. Да. Кстати, я не знал то, что можно трансформироваться. Прикольно. Ну, я не знаю, конечно, что это дает вообще. Дает ли это что-то или нет. Но, как видите, трансформация работает. Так, ну ладно. Идем дальше. Автооткрытие сундуков. Давайте Хэллоуин. Чест выберем. И нажимаем Auto Open Select Chest. Так. Я так понимаю... баг маленький произошел, давайте умрем. Так, все, ждем сейчас, пока возродимся. Но до записи видео я проверял, все работало. Так, смотрите. У нас, короче, багнуло, я даже не могу, получается, возродиться. То есть я умер, но возродиться не могу. Ладно, давайте я сейчас это быстренько перезайду, и мы с вами продолжим. Итак, все, я перезашел. Значит, включаем эту функцию. И, как видите, все работает. То есть за вас автоматически открываются сундуки.
То есть можете там пойти куда-нибудь погулять, сходить или еще по делам. И за вас будет автоматически открываться сундуки. Также все то, что тут выпадает, это все числится у нас. Вроде бы вот здесь вот в предметах. Вот, да. Но здесь вот у вас все числится, то, что вам выпало. Мне вот самое хорошее с этого сундука выпало вот. Вот этот посох на x12 умножение. Потом на x3,8 есть. Но это, в принципе, довольно мало. Потом x3. Ну, короче, самый топовый, то, что какой меч мне выпал, это вот, вот этот на x12. Не знаю, конечно, самый топовый он или нет, но я считаю статистики, то есть умножение довольно большое. Так, ну ладно, давайте выключим. Также есть кнопочка Collect All Chest. Нажимаем. И вот, как видите, то, что я вам говорил, он будет тпхаться автоматически к сундукам. Все работает, в принципе, как видите. Все, у меня даже деньги на балансе прибавились. Было вроде бы как 9000. Так, давайте с вами прокачаем. Так, силу нельзя. Ну ладно, в принципе. Пусть пока будет на балансе. Collect All Mini Chest. Так, я так понимаю, эта функция не работает. Так, это тоже не работает. Угу. И последнее тоже, скорее всего. А, нет, последнее работает. Что-то не посмотрел то, что там написано Destroy GUI. Я, получается, выключил его. Так, ладно, давайте заново тогда активируем. Сейчас, скорее всего, еще одна панелька такая будет. Ну ладно. Так, ждем. Пока у нас загрузится. И пойдем к следующим функциям. Так. Все, нажимаем Xcode. Как в прошлый раз. И ждем, пока появится. Так, все появилось. Как я и говорил, вторая панелька это же появилась. Ну ладно. В принципе, ничего страшного. Так, заходим в силу, смотрите. Здесь автофарм получается силы. То есть по локациям, по прокачкам. Типа, я имею в виду по зонам. То есть, допустим, в этой зоне у нас идет сколько умножения? x2. Вот, я тпхнулся, и здесь получаю по x2. Допустим, давайте сразу тогда на последнее тпхнулся. Вот я сюда тпхнулся, получал я по 41 миллиону, по-моему. Так. И смотрим, сколько я сейчас получу. Так. И. Где у нас? Вот, как видите, все работает. 215 миллиардов вроде бы как я получил. Может быть, это даже больше число, я точно не знаю. Но, как видите, в принципе, все функции работают. Так, все выключаем. Дальше у нас получается здоровье, вроде бы как, если не ошибаюсь. Сколько у меня там? Так, 80 миллионов есть. Давайте на 5 миллионов тпхнемся. Так, ну, как видите, это тоже работает. Вроде бы как относительно. Или не работает. А, вот, все заработало. Как видите, все заработало. Вот мне прибавляется по... Сколько там? 8 с чем-то? 8,5 миллиардов вроде бы как. Так, давайте тогда сразу тпхнемся на другую локацию. Так, как видите, заработок пошел, все работает. Давайте на 50 миллиардов тпхнемся. Я так понимаю, можно просто эту функцию выключить и тут стоять. Ну, как видите, тут тоже все работает. По 1.36t получаю. Так, следующий у нас там 30t, да? Ну, давайте, в принципе, подождем. Я особо никуда не спешу. Заодно проверим, будем там прибавляться или нет. Так, все, почти 30t. Отлично. И тпхаемся сюда, значит. Можно тогда тпхнуться и просто выключить эту функцию. Так, здесь я получаю по... Сколько мне интересно? Ну-ка. Так, но заработок не идет. Может быть, тут больше, чем 30 Т? Хотя у меня 67. Ну-ка. Немного не понимаю. Так, давайте выйдем отсюда. Вот. По 34 Т, как видите, все работает, отлично. Это очень большой заработок, я считаю, прям пипец, реально очень много.
Так, ну ладно, давайте идем дальше. Физика. Сколько у меня там физики? 1,5 миллиона. Ну, давайте это как-нибудь на 100 тысяч. Так, тут надо было сесть вроде бы как. Да. По 150 миллионов получаем. Давайте сразу это как-нибудь на 500 миллионов. Ага, у меня еще пока что нету. А вот сейчас можно. Так, все, сюда тпхаемся, садимся. Так, поскольку я получаю здесь, что-то не вижу. Так, а почему я так мало получаю? А, вот, все, заработало по 15 миллиардов. Так, давайте тогда сейчас мы 50 тпхаемся еще. Так, уже могу, отлично. Так, встаем, значит. Тпхаемся. Садимся. И сколько буду получать? Так, по 180 миллиардов. Ну, в принципе, довольно неплохо. Ну, 30 триллионов довольно долго ждать. Давайте сразу пойдем на следующие функции. Music, это получается у нас... А, ну, все. Тут получается кредиты, кто это делал. Discord, ну и так далее. Ну, как видите, в принципе, скрипт довольно крутой. Все функции полностью рабочие, можете пользоваться. Повторюсь то, что ссылочка будет в описании. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.